Мира Марса. Я прямо не готов уже столько времени заработать. Пойдем назад к Юпитеру Сатурну. Да, даже на автоматических настройках не увидели мы спутников Юпитера. Вот наша парочка. Да, это будет какая-то псарня. А не, наблюдение. А вот они, спутнички. Самый крайний правый — это Каллисто, потом идет Ганимед, потом идет Ио, а уже слева, с другой стороны Юпитера, это Европа, пасет задних. Мягко говоря, вот резкость, что ли, поухудшать. Мало чем помогло. Да, надо отсюда уходить, это не дело. С такими дружелюбными собачками. Наверное, вот так красота. Еще раз повторяю, не помню, в этом дубле говорил или в предыдущем. Один угловой градус и 10 минут расстояние между нашими планетами замечательными. Давай сейчас на эллипс Сатурна еще посмотрим. Да, жалко, что небо не абсолютно чистое. Так, 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 не зеваем, что не пропустить МКС. Ой, чем ниже опускается к горизонту Сатурна, тем уже вообще не видно колец. Просто одно сплошное пятно. Ну, понятно, облака плотнее. Жаль. Жаль. Ну, различимы кольца, что они сепарированы. Но это не то, что хотелось бы. 16.05. Через 6 минут будет с запада выдвигаться
МКС. Ну, кстати, МКС может будет и чуть получше видно. Все-таки он больше в зените будет. И потому меньше слоев атмосферы через него будут нам мешать его видеть. Так, еще один короткий дубль, наверное, сниму. А сейчас 16:06 по Киеву в Харькове. 8 декабря 2020.